Все мое почтение, друзья. И вот классная, прикольная находка в Ютубе, в тренды взлетел клип Купала, который пропела эту песню Алена, Алена. И эта песня была наложена, так сказать, на фильм, который снят был на студии Довженко в Киеве. Просто классно. Буду слушать сейчас и балдеть под этот клип. И вам советую послушать, посмотреть, получить очень множество прекрасного наслаждения от этих спецэффектов, которые в этом клипе. Просто я считаю, что это очень большой плюс для творчества и для взлета украинской песни, украинской шоу-бизнеса. Будем слушать вместе. Просто классно. Начинаем. Начало такое просто фантастическое. Такое завораживающее, мистическое. Обалденно. Я лично считаю, что это очень такая классная песня. Вот на экране просто такое впечатление, что ты находишься именно там. И музыка, и слова, прямо такое впечатление, что прямо погружаешься в прошлое, вот те события, которые в этом клипе описываются песней, и этот ритм такой обалденный. Я лично считаю, что это очень классно. Алена, Алена, ты супер, молодец. Прямо, прямо классная штука. Вот когда не какая-то хрень взлетает в тренды Ютуба, а именно обалденная такая штука, песня. Я лично очень восхищен этой песней. Хоть и с опозданием увидел, но все равно. Купала, купала. Всем ребята, слушайте и ставьте лайки. И заходите на мой канал тоже. Подписывайтесь, ставьте лайки. Будем вместе слушать эти песни. Обалденно. Я лично считаю, что Алена, Алена проделала большую работу. Операторы, все монтажеры. Я вам ставлю лайки в квадрате и в кубе. До новых встреч, друзья. Всем желаю всего только наилучшего. Украине желаю победы, и чтобы побольше таких вот крутых клипов и песен было. До новых встреч, друзья. Всем всего хорошего. Советую зайти на канал, где вы увидите оригинал этого клипа и послушать, и посмотреть. Всем привет. Подписывайтесь. До новых встреч. Будем слушать вместе.